Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины и описание по книге «Великий музей мира». Сандро Боттичелли, серия картинок «Канавилла де Камерон», «Ужин на Стажево у Анисти», третий эпизод, около 1483 года, «Дерево темпера», 84/142. Сандро Боттичелли – один из самых эмоциональных мастеров эпохи Возрождения. Полотна художника пронизаны волнующим трепетом личного переживания. Широкую известность он получил как автор больших мифологических полотен «Весна» и «Рождение Венеры», полных очарования и одухотворенности. Серия «Декамерон», состоящая из четырех работ, три из них находятся в Прадо, была создана живописцем по случаю бракосочетания Джаноццо Пуччи с Лукрецией Бини в 1483 году и рассказывает о Натаджио дель Онести. Возможно, что она выполнена по заказу Лоренцо Медичи Великолепного, который являлся родственником обоих семейств. Во всяком случае, именно его герб можно видеть в центре третьего эпизода, являющегося фактически кульминацией всего повествования. Сюжет для этих эпизодов был заимствован живописцем из произведения Декамерона «Боккаччо», в котором и рассказывается история Настаджо. В работе над этой серией Боттичелли помогали его ученики. Ну, вот такое описание к работе Сандро Боттичелли, серии картин к новеллам «Декамерон», «Ужин на Стаджио Анисти», третий эпизод, около 1483 года, описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.